Вечер 27 марта, березня. В общем, начали выходить, я позвал. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Включил дополнительно вот эту лампочку. Та, что внутри будет накала работать всю ночь, наверное, это тоже будет работать. Некоторые начали выползать, попили водички, потом походили. Обнаружили корм. Вот тут по спине прямо прошелся, так и надо, значит. Ходят, заходят нормально. Я там подложил досточку под ножку. Как они там суетятся, интересно. Ну, довольно прохладно, я думаю, им. Ну, кому холодно, будет прижиматься к своим родственничкам. Тут уже видно, кто-то там на это наляпал довольно-таки приличную кучку. Подушпали, поразбрасывали по всем сторонам. Это даже когда был просто свет изнутри. А сейчас, я думаю, оставить на ночь, чтобы они... Вот их опять кто-то выполз, попил водички. Попросил водички. Ну, тут хорошо не запотевает. Я думал, тут может запотевать из-за высокой влажности. Наверное, пока справляется. Вентиляция. Это что сбоку? Отверстие. В общем, я думаю, что кто голодный, тут будет искать еду. А кто нет, то нет. Арсений селезнил зверобой. Некоторые начали уже выходить. Цыплята после пересадки в большой брудер. Такое, в общем, расширение их жилого пространства. Пора им уже. Довольно было холодно. Я не пересаживал, да и надо было притащить его сюда, установить. Теперь уже, значит, отступать дальше некуда, так как температура сегодня первый раз была довольно теплой. И продолжение трех дней тоже будет тепло. Поэтому надо, чтобы они привыкли к этому большому месту, к этим правилам, где стоит вода, где еда. Еду я ставлю посередине, воду можно ставить в углу. Кого-то придавили. На кого-то наступили. Ну, в общем, разберутся. Все, разобрались. Не стойте мне на ногах. Не буду стоять. Уже знают, где вход, где выход. В общем, многие. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Было бы, возможно, лучше поставить картонный ящик в середине. Но тогда трудно было бы извлекать их оттуда, и они бы... Ну, в общем, проблемы были бы какие-то, я думаю. Пока так он выходит, пьют водичку и заходит. Ну, разберутся. Взрослые уже все-таки. 17 дней. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Следите после пересадки за вашими питомцами. Привыкли они или нет. Ну, в принципе, ночь они могут пережить без еды. Вечером покушали хорошо. Полные зобы были, так что особо пока беспокоиться не о чем. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Смотрите обновления. Пока.